порою давней, хмельной да резвой, твои считал я имена, но бросил счет. Звалась ты Мартой, звалась Терезой, не знаю, кто и как теперь тебя зовет. Всегда внезапно, всегда поспешно встречались мы, где только случай выпадал. От Люксембурга до Будапешта следил я странствия твои, потом устал. Деля разлуку на 100 и 200, я понимал, не услыхав ни нет, ни да, что никогда мы не будем вместе, но и навеки не простимся никогда. Шутя исчезнешь, легко возникнешь, изменишь подданство, марьяж осуществишь. Но от меня ты едва ли отвыкнешь, и мне отвыкнуть от себя не разрешишь. Письмо примчится с невнятной маркой, на невозможном языке бог весть о чем. Была ты немкой, была мадьяркой, кто ты теперь, не разберу и с толмачом. Да много ль ты мне напишешь, кроме расхожей истины, что всюду, как везде, о новом муже, о новом доме, о местной моде, о погоде, о дожде, о том, какая в гостиной ваза, какой фонтан в твоем саду, какой бассейн. А по-немецки в конце 3 раза: Auf Wiedersehen, Auf Wiedersehen, Auf Wiedersehen.